Сегодня мы подводим итоги за месяц. В студию поступило очень много вопросов от телезрителей, и Галина Дмитриевна ответит сегодня на самые актуальные. Наших телезрителей интересует, почему быстро вырождается картофель. Юго-восток Украины – зона быстрого вырождения картофеля. Повышенные суточные температуры приводят к тому, что любой семенной картофель самого лучшего гарантирует высокий урожай не более 2-3 лет. Чтобы регулярно иметь стабильный урожай, рекомендуем же ежегодно приобретать 4-6 кг клубней высоких репродукций, и вы получите осенью 60-100 кг собственно хорошего качества картофеля. При сборе урожая весь картофель поражен паршой и дротянкой. Какие меры предпринять? Сейчас очень много инсектицидов и фунгицидов, и это необходимо делать, чтобы картофель вылечить. Значит, нужны меры обязательно, конечно, и знания. Прежде всего, вы должны применить фунгициды. И фунгициды – это от парши. И также инсектициды именно от дротянки. Но сейчас у нас есть препараты, которые мы можем применять совместно и как фунгицид, и одновременно как инсектицид. Значит, вы одновременно и лечите картофель, и одновременно убиваете дротяночку, которая у вас в картофеле. И это из года в год у вас поражается дротянка картофель. Это, давайте я вам назову такие препараты, это престиж. Также у нас новый мы получили матадор, витал, актора. И вы, когда будете применять в течение 2 лет этот препарат, вы избавитесь навсегда от дротяночки. Я вам это гарантирую. Посеяли семена перца, а всходов до сих пор нет. Да, перец – это теплолюбивое растение, очень теплолюбивое. И когда вы высеваете семена, надо обязательно обращать внимание, какая у вас температура в комнате. Или где стоит ящичек с семенами, которые вы высеяли. Температура должна быть 25. Это почвы. Значит, температура в комнате должна быть 27, не ниже. Тогда ваши семена зайдут без всяких проблем. И обязательно это учитывайте, независимо, сорт это или гибрид. Потому что семена перца очень теплолюбивые. И они желают тепла и света. Рассада томата и перца зашла и падает. Что делать в таких случаях? Да, томаты и перец сходят, и в основном люди как бы не регулировали температурный режим. Может быть, они в этот момент прозевали, и лично у вас у кого падают. Вы просто, растение вытянулось, и вы уже, оно ослабленное. И в связи с этим, конечно, растение, когда оно ослаблено, оно поражается быстро грибковыми заболеваниями. Это надо все учитывать. При всходах, пожалуйста, дорогие мои телезрители, будьте внимательны к растениям. Когда растение сходит, пожалуйста, сразу его переставляйте на солнышко и досвечивайте, потому что короткий день сейчас световой, и растения падают от того, что им не хватает света. И постарайтесь, если уже в конце концов они поражены, в основном поражается растение черной ножкой, постарайтесь пролить фунгицидом. Это прекрасно помогает Привикур. Запишите, это препарат, который всегда спасет ваше растение от черной ножки и от корневых гнилей. Это самое лучшее, что я могу вам порекомендовать. Телезрители интересуются, когда сеять капусту? Да, капусту скоро будем сеять, но еще не время. Капусту мы сеем 10-15 апреля. Это самые лучшие сроки высева капусты. Поэтому не торопитесь все. Многие считают, что на окошечке чем раньше высели, тем лучше будет капуста. Нет. Ошибочно. Лучше посеять ее позже. Она всходит всего быстро за 3 дня. И потом достаточно вырастить рассаду, всего ей 45-50 дней. Если мы рассаду высаживаем в открытый грунт в конце месяца, то рассада достаточно 50 дней. Поэтому 10-15 апреля высеем, и это будет прекрасно. Что я подготовила материал, это сейчас я вам покажу. Он называется спонбонд. Это укрывной материал. Именно я рекомендую, вот я вам его сейчас покажу, это тоненький материал, который можно применить, укрыв свои семена. Они защитят как бы от заморозков первых, очень хорошо взойдут. И потом проблема обложки, когда сходят семена,
Получается, растение, оно нежненькое, обложка вся прыгает на него и поедает капусту. Вы можете прикрыть спонбондом, и пусть эти как бы саженцы маленькие, молоденькие, растут под этим укрывным материалом. Вы получите очень хорошую и качественную рассаду. Не торопитесь, вы все успеваете по сезону, а мы вам в этом поможем. Сегодня была итоговая программа за месяц, в которой Галина Дмитриевна Ремезовская отвечала на ваши вопросы. Если у вас возникнут вопросы, можете задавать их по телефону 270-230 или обращаться в магазин «Глория».